Ветераны войны в Афганистане вступают в последнюю фазу конфликта с консульством США в Алматы. Их раздражает шлагбаум, который установлен возле дома офицеров по указанию американцев. Интернационалисты решили тряхнуть стариной и медалями. Кто в чем, от гражданки до полевой формы вероятного противника из НАТО. Мы, являясь патриотами своей страны, вот этот шлагбаум унижает достоинство наших граждан. Когда любая машина пересекает этот шлагбаум, она подвергается досмотру, обыску, и инвалид должен выйти из машины. Значит, мы сообщили. Здесь же представитель городского акимата, который олицетворяет верховную власть. Чиновник просит дождаться ответа из прокуратуры о законности установки шлагбаума и только потом действовать. Но физический контакт уже неизбежен. Слушай, подожди, подожди. Докладывайте, но это наши законы. Правда, до конца дело ветераны довести так и не смогли. Последний акт. Шлагбаум остался на месте. Не так вот опускать и все вручную. Не пусть опускаю. Тебе сказали 10 дней, прокуратура сказала. Тебе сказали это, МИД сказал. Все. Ну вот где этот шлагбаум стоит? Герой Советского Союза, афганец Николай Кременишь, в этой локальной войне не участвует принципиально, по личным идеологическим установкам. Я не сторонник там, Америки там, или еще какой-то другой страны. Я сторонник того, что в первую очередь мы должны навести порядок в своей стране. Вот когда мы наведем порядок в своей стране, когда у нас законы начнут капитально работать, когда выполняться будут эти все законы, тогда у нас вот этих сегодня проблем не будет. Это противостояние вряд ли бы получило такой большой резонанс, если бы не старая добрая закваска интернационалистов. Даже далеким от политики зевакам кажется здесь предельно понятно, что главный раздражитель – это не слово «шлагбаум», а слово «американский».